Реально, что тиф за вами двигается, ну, то есть может двигаться на 360. Ну, какова красота. Ой, блин, суперски. Прикольно. Очень удобно, не жмет. Показывала еще топ. Внутренняя атмосфера, когда ты пьешь чашечку кофе. Атрибуты для подарков. Это рискованно. Ребята, всем большой привет. Это новое видео с распаковкой ФБ. О, боже. Просто очень тяжелый пакет. Помимо этого пакета, тут еще две коробочки. В общем, надеюсь, будет интересно. Можете заваривать чаек. Будем сейчас распаковывать. Кстати, под предыдущим видео я читала, во-первых, все ваши комментарии, и мне писали насчет цены. Ребята, в этом видео будут реально все цены, по которым я заказывала. Ну, соответственно, там цены меняются, поэтому я буду вставлять ценник и говорить на момент, когда я делала заказ. Вот, так что, в общем, начнем. И первое, что я тут вижу, это пакеты. Сейчас мы их с вами распакуем. Эти пакеты для хранения продуктов. А именно, например, приготовили, вам нужно убрать в холодильник. Не заморачиваться там пленкой или еще чем-то. Просто вот так вот, как шапочку оптики, и готово. В общем, на самом деле, они подходят и для маленьких тарелок, и для более длинных, я думаю, подойдет спокойно. Очень такой прикольный способ, быстро, удобно, комфортно. И еще в такой реально миленькой упаковочке. Заказывала я их за 119 рублей. И тут, по-моему, идут сколько? 100 штук в упаковке. Так что очень даже удобно и практично. Дальше следующее, что я вижу. О боже, а это кондиционер у нас. Сейчас я его открою. Этот кондиционер идет парфюмированный. Я на самом деле в первый раз такое заказываю. Если честно, я уже не помню, какой вкус парфюма заказывала. Может быть, даже по цвету упаковки это и лаванда. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот такой кондиционер-ополаскиватель. Очень даже... Кстати, я думала, что там он жидкий. Я думала, что он в гранулах будет. По-моему, я в гранулах как будто бы заказывала, но могу ошибаться. Пахнет очень вкусно. Ой, блин, суперски. Реально парфюмированный, но, если честно, я не спец в описании, так скажем, ароматов, поэтому боюсь сказать неверно, но как будто бы лаванда. Могу ошибаться, ребят. Тут написано «Таинственный лотос». Не знаю, что за аромат, но, в общем, очень даже вкусный. Дальше у нас идет... Ой, слушайте, это, наверное, самая дорогая посылка из всего, что тут есть. Это у нас штатив. И не обычный, а с функцией слежения. Это когда вы ставите, и реально штатив за вами двигается. Ну, то есть может двигаться на 360, следя за человеком. Очень прикольная штучка. Я надеюсь, что она работает. Открываем. Слушайте, тут в комплекте много что есть. Так, мне аж прям самой интересно, насколько это будет рабочая схема, удобная схема. Так, так вот поднимаем, открываем. Тут можно, кстати, как вертикально, так и горизонтально снимать. Получается, тут у нас какие-то кнопочки для включения. Потом вот эта камера, которая следит за вами и, собственно говоря, следит за человеком и движется за ним. Ну, я думаю, что должно быть очень удобно. Заказывала, кстати, я его за 2949, ну, можно сказать, 3000. Вот, тут для зарядки есть провод. Потом, так, это, наверное, ножка у нас. Пимпочку убираем. И надо закрутить. Интересно. Что тут у нас еще есть? Инструкция. И еще что-то. Так. Ребят. Это у нас две такие штучки. Я так понимаю, что свет. В общем, его отдельно можно подключить, можно не подключать для съемки. Интересно, он сейчас работает или нет. Тут кнопочки? О, прикольно. Несколько режимов.
Круто. И это надевается. А, вот сюда, получается, да. То есть с обеих сторон, с этой стороны, с этой другой тоже можно надеть. Удобно, слушайте, удобно. Отдельно не надо покупать видеосвет для съемки. Я думаю, что это еще и практично будет. Собственно, и так тоже можно. Круто. И их, наверное, отдельно заряжать еще. Да, у них тоже есть для зарядки. То есть их заряжать и, наверное, это тоже, собственно говоря, заряжать. Тоже для зарядки есть куда втыкать. Ну, не знаю, проверю потом. Может быть, я вам сюда вставлю, как проверю, посмотрим. Но штучка очень, даже если она рабочая, это прям клевая. Дальше у нас идет повязка на голову. Я заказывала в черном цвете и еще в одном. Да, и в бежевом таком цвете. Вот. Она не теплая, то есть не на зиму. Я заказывала на осень и носить дома. Я считаю, что очень даже удобная вещь. Практичная. Одну с вами примерим. Сейчас скажу, за какую цену я заказывала. Вот эту светлую, бежевую, я заказывала за 223 рубля, а черная стоила дешевле, кстати говоря. Она стоила 215 рублей. Примерим с вами одну и посмотрим. Ну, я, кстати, не вижу себя, так что не смогу сейчас оценить, но вы посмотрите. Так. Слишком далеко, наверное, сделала. Ну, в общем, как-то так это выглядит. Очень удобно, не жмет. Я ее планирую носить дома весной, ну, когда уже потеплеет. Ну, так вот. Как вам? Я не вижу себя, не могу ничего сказать. Вот, но за такую сумму очень даже вообще клевая вещь. И мягкая такая, приятная к телу. Сейчас у меня, наверное, на голове не пойми, что будет. Так, окей, поехали дальше. Дальше у нас что? А, я заказывала еще топ. Топ у нас идет такого серого цвета, обычный базовый топик на каждый день. Его заказывала по цене 395 рублей. Ну, ничего необычного. Так вот он сзади выглядит. Ну и спереди. Тут немножечко так у него идет дугообразно, ну, то есть закругленно, не знаю, как объяснить. Я думаю, вы видите. Вот. Дальше. Что у нас есть тут? Так, это что? А, окей. Это я заказывала кофе. Кстати, все артикулы я оставлю в описании. Мне еще просили оставлять ссылочки, но, ребят, я ссылки не буду оставлять, потому что я уточнила у своих коллег, они мне сказали, что лучше так не делать, когда много ссылок, потому что YouTube просто не продвигает это видео. Учитывая, что у меня канал новый, я думаю, вы меня поймете, простите, и кому действительно нужно, я оставлю артикулы, и вы пройдете по артикулам, учитывая то, что я и цены вам говорю уже в этом видео. Дальше у нас идет кофе без кофеина. Ох уж эти, вы понимаете, да? Пупырки. Сейчас я не могу пить кофеин, потому что мне врач, ну, в общем, по совету врача я временно без кофеина живу, но кофе я очень люблю. Я именно люблю вот прям вкус кофе, запах кофе. Ну, короче, для меня это вот определенная такая утренняя атмосфера, когда ты пьешь чашечку кофе. Поэтому я заказала себе кофе без кофеина. Он называется Decaf. Надеюсь, мне понравится. Хочу сразу протестировать аромат, насколько он схож с кофе. Вот. Стопроцентное кофе. Вообще отличий нет. И не скажешь, что без кофеина. Пахнет очень бомбово. Я просто уже давно не пила кофе. О, я ужасно соскучилась. Кажется, я знаю, что я буду делать после съемки. Вот. Но заказывала я его, сейчас вам скажу тоже цену. 368 рублей. Ну, в принципе, нормальная цена. Я просто видела цены намного больше, там за 1000, за сколько там еще. Во Вкусвилле он продается за 400 с лишним. Не знаю, громовка такая же или нет, но сейчас во Вкусвилл нету, поэтому я заказала на ВБшке. И вот такой кофе я тоже ни разу, ну, от этого производителя не пила, поэтому заказываю в первый раз. Так, дальше у нас
Давайте пойдем по подарочкам. Ну, не по подарочкам, а, условно говоря, атрибуты для подарков. Тут я заказала коробки. Вы сейчас скажете, странная женщина заказывает коробки на подарки. Да, возможно. Но тут просто прикол в том, что идет сразу набор. Это очень удобно. По-моему, тут 5 штук коробок, соответственно, 5 штук наклеек, 5 штук веревок. В общем, так, что мы тут имеем? Коробки надо собирать, я так понимаю. Но я вставлю скрин, как это выглядит. И после того, как собрали коробки, есть такие наклейки, которые можно наклеить, подписать. Очень красиво, удобно. Окей. Дальше. Благодарим за покупку. Приятно. Еще какая-то брошюрка. А, вот. Вот так вот они выглядят. Я вам сразу покажу. Вот как на этой фотке. Надеюсь, вам там видно. И... А, тут они сразу показали артикулы, которые у них еще есть. Маркетинг. Ну и веревочки. Упаковывайте коробку, туда подарочек положить, потом сверху наклеить наклейку и завязать веревочкой. Очень удобно. Покупала я эти коробки за 275 рублей. То есть тут, по сути, уже не надо заморачиваться. У вас на 5 подарков вперед заготовленные коробки. Так, тут у нас идет... лента атласная, красная, я ее заказывала, я заказываю ее второй раз, мне она очень понравилась, очень широкая, сколько тут ширину миллиметров, ширина 50 миллиметров, длина 5 метров, вот, я ее заказывала на Новый год, на новогодние подарки, и она у меня буквально на 2 подарка, и все, и закончилась, но у меня второй подарок очень большой был, такой массивный, и вот эту книгу как раз-таки я заказывала на подарок, поэтому я ее сейчас раскрывать не буду. Стивен Кинг, «Оно». Я такое не читаю, но человек, который, собственно, это читает, он хотел. Покупала я ее на ВБшке за 1404. Ну, сказать, что я обалдела, когда эта книга пришла именно в таком состоянии, ничего не сказать. Потому что знаете, как на ВБшке бывает... И как она вообще доехала, блин. Она реально приехала вот так вот. То есть не было ни коробки, ничего. Вот так вот прям. Понимаете? Я обалдела. Ну, то есть, слава богу, она нигде не порвалась. Все отлично вроде. Но имейте в виду, что это рискованно. Это рискованно заказывать на ВБшке книги. Так, предпоследняя наша покупка. И самое интересное еще будет сейчас в конце. Это наклейки на всякие банки. Очень удобно. Когда ты покупаешь или перекладываешь там, не знаю, чай, травы какие-то, крупы... в какие-то банки, и, конечно же, их лучше подписать. Вот, поэтому я заказала вот такие наклейки. Подписывайте и приклеиваете. Очень удобненько. И стоили, кстати, они дешево. Сейчас я вам скажу, сколько. 152 рубля, 250 штук. Я думаю, вообще круто. Прям, ну, я не знаю, тут, наверное, на всю жизнь, может быть, даже хватит. Но посмотрим. Очень классная штучка. Были, конечно, и другие, но я заказала эти, потому что у них цена меня очень порадовала. И там достаточно, по-моему, много заказов было, поэтому я решила взять именно эти. Хотя хотела взять белые, но не рискнула. Дальше, ребята, конечно же, наши любимые, это органайзеры. Без этого никуда просто. Так... Сейчас я открою эти коробки. Тут две коробки органайзеров. И в каждой коробке по две штучки лежит. Они должны быть, я надеюсь, супер красивые и не потрескавшиеся. Так. Ну как вам? Ну какова красота, да? Просто балдеж. На самом деле, вот такие контейнеры, часто они продаются с золотыми ручками, но мне золото вообще не нравится, и под мой интерьер не подходит. Поэтому я нашла серебряными. Это просто балдеж. Но мне прям очень нравится. Эти контейнеры вообще изначально я заказывала под аптечку. Вот. Но посмотрим. На самом деле их можно использовать и в ванной, в туалетном столике. Я вот на кухню заказала, но может быть несколько штук я отправлю в ванну. Так, тут у нас две штучки. И
такие же две штучки во второй коробочке. Я надеюсь, что они тоже цельные. Да, отлично. Вот у нас уже их три. И четвертая. Все супер. Класс. Вот такие четыре малышки. Заказывала я их за 1121 рубль. Именно вот так вот. Две штучки, 1121 рубль стоит размер М. То есть размер М плюс М. У них там разные размеры есть и разные сборы. Можно по отдельности купить, но, по-моему, когда покупаешь, заказываешь две штучки, то выгоднее выходит. Вот, соответственно, 1121 умножаем на 2, и сколько они, 2,5 примерно вышли. Но, блин, на самом деле они очень красивые, очень классные. Интерьер в квартире, я думаю, классный создадут. Собственно, на этом, ребята, у нас все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели на, возможно, бы, ну, разбор, потому что какое-то у меня видео второе. Второе именно с ЛБшкой. Я планирую снимать достаточно много. Ну, как много? Раз в месяц, думаю, может быть, плюс-минус раз в полтора месяца, посмотрим. Но вы пишите обратную связь, потому что я реально все читаю. Если бы вы мне в прошлом видео не написали про цены, думаете, я бы сейчас вам озвучивала их? Вот, поэтому обратная связь, она важна и нужна. Вот, всех люблю, обнимаю. Спасибо за просмотр видео. И до скорой встречи. Всем пока!